через минуту после того, как представим и зададим. Катя, представляй. Нелегкое это дело быть моделью. Давайте представим всех по очереди, потому что у них регалий больше, чем у некоторых взрослых. Итак, Матвей Катков, победитель. Победитель, улыбнись победителем. Победитель конкурса «Самое красивое лицо России». Сейчас, внимание, на секундочку мы вот здесь остановимся, чтобы вы понимали, что в студии сейчас самое красивое лицо России. А не кроме, наше с тобой, не нет. Наше, да мы не претендовали, собственно, мы уже все давно про себя поняли. Есть у нас еще Оксана Золотова, победительница онлайн-этапа. Здравствуйте, вам помашите, мы сейчас со всеми с вами познакомимся. Давайте, кого называем, тот вот, машет вот так, чтобы вот было понятно. Оксана рядышком с нами. Евородная, самая малышка, написано у меня, и я уже понимаю, на кого смотреть. Самая малышка, Ева, привет! Самые красивые глаза этой студии, точно. Я вот тебе отдаю сегодня эту победу. Алина Бочарова, лучшая модель России. Здесь я тоже понимаю, да, в какую сторону смотреть Машем, нашим зрителям. Алена Родионова, юная российская краса. Ну и Кирилл Жураб, который уже, наверное, покорил всех. Да? Вот так. Ну, он уже знает как-то, что нужно делать. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, конечно. Легко было проснуться. Вот они и ели как с коронами-то еще на голове, но смогли выйти, да? Ольга Коницкая, которая делает детей еще красивее, чем они есть в жизни, и дает им тоже право получить некий титул. Здравствуйте, давайте все-таки про конкурс вы расскажете. Откуда столько сразу у нас победителей в самых разных номинациях? Ну, конкурс проходил в Сочи, конкурс «Самое красивое лицо России». Съехались ребятишки из разных городов, это был Волгоград, Пермь, Томск. Ну, на самом деле, конечно, то, что происходит в мире, не могло не оставить отпечаток на конкурсе, да, то есть люди побоялись ехать. Очень много участников, которые просто побоялись, готовились и решили перенести свое участие на следующий год. Но, тем не менее, вот эта вот делегация из Красноярска. Красноярск ничего не боится. Оля, у меня знаешь, какой вопрос? Вот я сейчас смотрела, когда девчонки, мальчишки выходят по очереди, mm-hmm. да, и когда они совсем маленькие, то вот этот процесс, на мой взгляд, неуправляемый. То есть до конца подиума, например, она дошла, а дальше она передумала. Может пойти к маме, там, я не знаю, обратно. Вот как организаторы следят за этим процессом, как детям объясняют? Их что, их кто-то там ведет снизу? Давай, 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 назад. На самом деле, мне кажется, вот конкурсы красоты – это некое творчество, потому что те, кто участвует в конкурсах, это будущие актеры, артисты и так далее. И вот они такие маленькие, но это действительно парадокс, но они выходят на большую сцену, они машут, и они уходят обратно. Они уже в 2,5 годика могут выйти и себя презентовать, как не презентует, ну, каждый взрослый. Сегодня просто 7 утра. В 7 утра, наверное, даже я себя не смогу правильно презентовать. Если я правильно поняла, сегодня утром мне как раз рассказывали эту историю, Матвей, который стал победителем, вообще в конкурсе-то и не должен был участвовать, и не собирался. Правда, Матвей? То есть ты приехал просто с мамой? Просто в Сочи отдыхать? Да. И увидел, что там конкурс идет? Нет. Нет, как было? Расскажи. Мама пришла получать футболки и бейджики, и я у нее спросила, где мой бейджик. Так. И она, мама сказала, что я не участник конкурса, и потом мне дали футболку и бейджик, и я стала участником. Все просто, все на просто. Самом деле. Всех победил. Футболка и бейджик, и он стал победителем. Всего-то надо было. И еще у меня вопрос к еще одному нашему парню. Привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, как ты решил, что хочешь участвовать в конкурсе красоты? Или это за тебя взрослые решили? Взрослые решили. Взрослые решили. Как ты отнесся к их решению? Что ты подумал, когда мама предложила? Давай вот ты будешь сейчас в конкурсе красоты. Что подумал ты? Выразительно очень. Я поняла твою мысль, как она сейчас прозвучала. Но ты вошел во вкус? Уже сейчас нравится? Да. А еще хочешь участвовать в конкурсах? Да. Еще хочешь? Да. У него красивая Здорово. Номинация «Мужество», по-моему, России, да, получил? Да? Перепроверил, да, что смотрите. Там написано. Ну что, еще у девчонок что-нибудь спросим? Привет. 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 Ну как что, тебе конкурс? Расскажи, тебе понравилось на конкурсе? Да. А что больше всего? Наверное, получать корону. Да, мне понравилось получать корону. Кому я бы, знаю, кому это... бы не понравилось получить корону, я скажи знаю мне. Это чувство, я понимаю, что чувствуют сейчас наши маленькие конкурсанты. Ну а как вообще с расстройством после этого конкурса? Понятно, у нас тут победители в студии, но выигрывают же не все. Даже взрослые расстраиваются. А знаете, наверное, климат все-таки играет некую роль, потому что когда ты...
ну, не получил корону, хотя корону получили все. Но когда ты не стал первым где-то далеко на севере, это немножечко обидно. А когда ты не стал первым, но получил корону и красивый титул на юге, где тебя ждет вот оно, теплое море, пальмы, мне кажется, им было быстрее получить корону и вперед гулять дальше. Или не получить, да неважно, быстрее бы лучше гулять. Матвей, мы знаем, что ты нам готов продемонстрировать тот номер, с которым ты, собственно, стал победителем. Все верно? Давай. У нас, правда, бейджика нет, но мы просто посмотрим. Давай. Давай. Кто-то будет крутой музыка. Пусть не сразу видно талант. А кто-то директор или, может, инспектор. Доктор, летчик, депутат, дипломат. Это финальное дефиле, правильно я понимаю? Дефиле творческое. То есть они должны были в формате дефиле продемонстрировать свои таланты какие-то. У Матвея сразу много талантов. Он Матвей, просто самый-самый. У меня все. К тебе последний вопрос. Возвращайся сюда. А, без кубка не раз вернется. Ты даже не собирался участвовать в конкурсе, значит, и номера этого у тебя заранее не было. За сколько вы его сделали? За ночь. То есть всю ночь не спал, репетировал номер, а утром победил. Ага. Вот. Берите пример с Матвея. Берите пример с Матвея, радуйте ваших детей, если они стремятся на сцену. Знаете, что есть самые разные формы выражения творческого я маленького ребенка. Спасибо вам за такое красивое утро. Самые красивые лица России – это вы все сегодня в нашей студии. Спасибо вам большое. Спасибо.